Активисты «Молодой гвардии» решили поздравить родной Якутск необычным способом. Они провели акцию, в которой смог поучаствовать любой прохожий. Для горожан по городу установили рамки, в которых они могут сфотографироваться и выложить свои фото в соцсети. Как отметили организаторы, в подарок победителю акции достанутся билеты на концерт известного исполнителя. Мы знаем, что наш город активно в последние годы развивается. Наш голос имеет огромную силу и большое значение. Мы можем решать наше будущее.